Некоторые люди думают, что они от природы психологи. Вот. Действительно, есть люди, которые эмпатические, то есть вот как бы у них зеркальных нейронов больше, понимаете, там дефолт-система мозга развита объемнее, да, вот. Им легче войти как бы в состояние другого человека, понять, что он испытывает. Но к этой чувствительности нужны же знания. Мы теперь понимаем, как эти психические процессы работают. Мы биохимию, понимаете. Сапольский пишет, понимаете, книжку вообще, как каждое наше действие детерминировано нейробиологически и так далее. Ну, вот. То есть это нас должен понимать человек. То есть недостаточно просто быть чувствительным к чужому страданию, да? Тем более, что, знаете, ну, психолог не может просто сострадать. Ну, пришел к нему пациент, говорит, ну, у меня все, все померли, я несчастный, ревет три ручья, и психолог сел к нему, говорит, и надо же понимать, как его из этого состояния-то так внимать, так сказать, туда-туда-то взлетал он, чтобы